имеет довольно длинную историю. В 30-х годах прошлого века на танцплощадках повсеместно звучала танго «Пусть дни проходят», автор Борис Терентьев. Была очень популярная танго. В 1943 году наши военные альпинисты Грязнов, Каратаева, Персиянинов и другие, которые выбили фашистских егерей с вершины Эльбруса и водрузили флаг СССР, написали на эту мелодию совершенно другие слова. И песня стала называться «Баксанская» или «Помнишь, товарищ, белые снега». Ее хорошо исполнял Юрий Висбор. Когда мы попали в Афганистан, у меня товарищ в оперативно-боевой группе, Сережа Смирнов, проходил горную подготовку в Ленинакане в свое время, и он хорошо знал баксанскую. И мы решили ее немножко переделать, адаптировав ее под наши афганские условия. Второй куплет мы оставили без изменений. Вот, и родилась, было третье рождение песни, родилась афганская. Есть очень много вариаций этой песни, и разные стихи пишут. Ну вот я спою ту, которая была написана в самом начале, с тем же текстом. Она, эта песня, находится в этом же альбоме «Будь проклята война». Да, что еще хотел сказать, что когда Александр Глушков, наш аранжировщик, делал аранжировку, я попросил его приблизить ее максимально к танго 30-х годов, в то же время сохранив тревожную военную тему в этой песне. Вот послушайте, что из этого вышло. Песня афганская. Бой гремел в окрестностях Кабула, ночь светилась с плесками огня. Не сломала нас и не согнула, видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, нам милей, братишка, автомат. Четкие команды, приказания, и в кармане парочка гранат. Товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы басмачи, как загрохотал ой, грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат. И о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.
Самолет заходит на посадку, тяжело моторами гудя. Он привез патроны и взрывчатку. Это для тебя и для меня. Знайте же, ребята, мусульмане, ваша сила в том, что мы за вас. И не надо лишних трепканий. В бой ходить нам не в последний раз. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы басмачи, как закрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец,